Дорожники взялись за Московское шоссе. С 12 по 30 мая обещают отремонтировать участок от автовокзала до проспекта 50 лет ВЛКСМ. В том числе это работы по производству карточного ремонта дорожного полотна. Они проводятся в два этапа. Первый этап уже начат на 2,3 миллиона. Работы начаты на Московское шоссе на участке. Несмотря на то, что рабочие трудятся не в самое продуктивное время, с 20.00 до 6.00, процесс идет полным ходом. На участке план выполнен на 35%. Уже сняли старый асфальтобетон и начали выравнивание верхнего слоя. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Робот с формами Анны Семенович умеет готовить кофе. Чем сегодня занимаются телевизионные целители Чумак и Кашпировский? Как хвалить мужчину, чтобы он стал успешнее? «Комсомольская правда». Узнайте больше.